Всем доброе время суток. С вами канал Воха 54 и я Владимир. Сегодня покажу вам механизм, который рисует три радиуса. Ну, это в народе, скорее всего, как нарисовать яйцо. Вот такой вот механизм, простой. Там на скользящий, по прямой паз. А здесь просто крутится по кругу. И таким образом рисует яйцо. Если, например, вот взять карандаш и можно нарисовать яйцо. Вот такого плана. Но она не только эту форму рисует. То есть, чем дальше сдвигаемся по линии, тем меняется вытяжка формы. Вот, совсем другая. Здесь она более объемная, здесь уже совсем другая. Вот эта ширина зависит от перемещения вот этой вот точки по радиусу. То есть перемещаем ее, делаем более большой радиус и получаем более объемный радиус. Вот так. Более объемный радиус. Чем ближе к этой точке, тем шире траектория. Чем дальше, ближе к этому концу, то есть на одной оси, тем уже форма становится. Вот так, например. Вот, уже форма становится. Таким образом можно вырезать щиты и декорировать изделия. Увеличиваем в масштабе и можно работать фрезером. И поехали дальше. У меня просто кнопка зафиксирована, потому что на включение она работает, чтобы от нечаянного включения, а на фиксацию не работает. И сделано хомутом. Выбираем еще одну. Сокращаем радиус. И в результате получился вот такой вот декор. Ну а если щит вырезать в виде яйца, то получится вообще без следов. Можно вырезать ровненький щит абсолютно. Главное еще раз увеличить в масштабе. Сейчас я обдую все и посмотрим еще раз. И в результате получился вот такой вот декор.
Ну и можно, как понимаете, вырезать рамку таким образом или щит. Это имитация удар капли, то есть капля упала и пошла волна от нее. Ну, по крайней мере, я так вижу. Ну, а на этом все. Всем удачи. До встречи.